Новые комплексы автофиксации нарушений дорожных правил устанавливают на федеральной трассе Морпорт-Аэропорт, соединяющей Петропавловск и Елизово. 6 устройств под названием «Циклоп» появятся на самых аварийных участках этой дороги, сообщили в Камчатской госавтоинспекции. Новые комплексы позволяют выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу, фиксировать, когда водители не пропускают пешеходов. Ожидается, что комплексы автофиксации повысят безопасность автодвижения на федеральной трассе, где только с начала этого года произошло 10 ДТП, в которых 4 человека погибли и 17 были ранены.